Ритуал на победу на солнцестояние к Молоху. Летнее солнцестояние – наиболее сильное солнце, весь жар. Лучшее время для ритуала. Весеннее и летнее солнцестояние. Но можно и недалеко от них. Развести костер из сломанных только что веток, цветов – это обязательно. И кинуть в него дар – хлеб, спиртное вылить в костер или около, зерна, сахар, мука, крупа. Но живые, только что сорванные ветки и цветы обязательно. Живое должно гореть. И когда пошел дым, говорим: «Молох, тебя призываю, свое двойное раскаленное солнце яви, испепели моих врагов, сожги все преграды, все препятствия на моем пути, выжги своим пламенем мне везде дороги, отвори все пути, даруй победу. Дай мне силы победить, дай победу над всеми, кто стоит на пути. Мои достоинства ярко освети, влей свою яркость и свой блеск во все мои дела. Отбрось все лишнее, все ненужное, мелкое и пустое. Пусть твое солнце меня ярко освещает, и все мои пути открыты и легки в свете твоих лучей. Веди меня к победе и побеждай. Сражайся за меня. Я стану победителем, а не другой. Тебя просил и заклинал». Костер должен догореть, вас услышит. Ритуал делать в полдень.